А вот почитателей индийской культуры ждет встреча с певцом Биту Малик в рамках традиционного фестиваля. Стартует мероприятие 3 июня в 15 часов в сквере на улице Ленинградской и продолжится концертом в областной филармонии, где все желающие смогут услышать традиционные индийские ударные инструменты, легендарный ситар и посмотреть на выступления мастеров классических индийских танцев. В воскресенье 4 июня участников фестиваля будет принимать город Кировск.